И еще из официальной хроники. В июне в Волгоград посетят эксперты ФИФА. Они проинспектируют объекты, которые будут задействованы во время проведения игр чемпионата мира по футболу 2018 года. Подготовка к этому визиту стала сегодня темой совещания, прошедшего в правительстве Волгоградской области. На встрече обсуждались, в частности, планы по проектированию и строительству стадиона, реконструкции аэропорта и центральной набережной Волгограда. Еще один вопрос – информационное обеспечение подготовки к футбольному первенству планеты. Каждый город-кандидат должен подготовить плакат, который подчеркнет именно его роль в проведении игр Мундиаля. Несколько вариантов такого плаката есть и в Волгограде. В ближайшее время они будут вынесены на всеобщее обсуждение. К слову, Волгоград – последний из городов-претендентов, куда прибудут эксперты ФИФА и Оргкомитета России-2018. И это накладывает на их визит особый отпечаток. Соответствующим образом это накладывает на нас определенные обязательства и, наверное, будет не так просто, как нашим коллегам из других городов, потому что инспекционная комиссия уже будет иметь возможность, повидав всех остальных претендентов, сравнивать, видеть все лучшее там уже. Поэтому мы должны выглядеть лучше лучших, чтобы наш город попал в число кандидатов. Окончательное решение, какие из 13 городов-претендентов останутся в списке организаторов будущего чемпионата мира по футболу, станет известно в сентябре.